Приветствую всех, дорогие друзья, и добро пожаловать на небольшом тесте основной камеры iPhone 6 Plus ночью. Давайте посмотрим, как все выглядит, как быстро фокусируется устройство, как быстро подстраивает баланс белого и прочее. Итак, сейчас я стою на довольно-таки темной улице, сейчас 8 часов вечера. Возле центра моей деревеньки, так скажем, где располагаются все магазины. Итак, я могу сказать, что снимает лучше, чем старое устройство, но особой разницы я не заметил. То есть она более заметна на фронтальной камере, нежели чем на основной. Итак, напомню, у iPhone 6 Plus 8-мегапиксельный сенсор. В принципе, по сравнению с другими, с предыдущими устройствами, ничего не отличается. В сравнении с iPhone 6, тут добавилась оптическая стабилизация. То есть у простого iPhone 6 и у всех предыдущих устройств она программная. Я, кстати, заметил, что отражение попадает на камеру, то есть заметны блики. Сейчас видите вот эти 4, 5, 6 точек маленьких в левом нижнем углу. Такого раньше не было. Может, это какие-то проблемы с моей камерой, я не знаю. Итак, давайте пройдем на более темную улицу. Посмотрим, что там. Сейчас, кстати, заодно можно и проверить тест оптической стабилизации. Кстати, вот замечаю, что когда темно, подблюкивает. Так. Ну, в целом, конечно же, лучше, чем простая программная стабилизация, которая ночью, наверное, вообще плохо определяет, что надо стабилизировать, а что нет. То есть тут вообще темно, то есть тут фонарь каждый метров, наверное, 20-25. Еле-еле все освещает. По экрану, конечно, трудно понять, но, по-моему, вон видны помехи, опять же, эти самые блики. Но в целом, я вам скажу, я вам доволен, то есть снимает 1080p 60 кадров в секунду, можно также выбрать 30 кадров. Единственное, что я заметил, что, например, после того, как вы выложите на YouTube, качество очень сильно портится. Вообще не знаю. То есть смотрел на компьютере перед заливом, ну реально было все гораздо круче. В общем, как-то так. Это был тест задней камеры iPhone 6 Plus. На этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на оба мои канала. Также не забывайте заходить на сайт спонсора applejesus.ru, затаривать там себе Apple продукты. Также получать скидочки на их покупку. Вступайте в группу ВКонтакте, фоллоуйте меня в Твиттере и Инстаграме. До скорых встреч!